план. Это Люгер. Я веду эту операцию. Все указания будут поступать от меня. Передаю донесения полевых агентов. Слушай внимательно. Иди в развалину. Найди Рику. Я пулеметчик. Давай пулемет. Найди заряд и подорви стену. Рика где-то здесь. Готово. А теперь в укрытие. Сержант Рико на передовой. В самой мясорубке. Идите к нему, сэр. Я в порядке. Сержант Рико за этими воротами. Взорвите их. Попали мы с тобой в историю. Какую еще историю, Кэп? Возвращаемся на базу. Мы нужны там. Как прикажешь. Опа, бежит кто-то. Помогите! Рико! Держись, Рико! Помогите! Спасибо, Кэп. Скоро сочтем. Темплар, на базу напали. Возвращайся. Мы начинаем эвакуацию. Там трое важных персон. Министр Хэп Милчер, изобретатель Эвелин Баттл и генерал Вайт Стрессон. Они не должны попасть в руки врага. Танком может справиться Рико.
База долго не продержится. Скорее, Ян! Другой путь. Следи за тылом. Постараюсь.
Чейгуна и проводи к боту, а потом уходи. В подземном бункере к северу отсюда есть оружейный склад. Когда пришли хилгасты, наши ребята не смогли завалить вход. Ваша задача — исправить эту ошибку. Оружие нельзя оставлять врагу. Эвакуируй мустанг! Взлет готов! Сломать лебедки на той стороне дамбы, хелгасты не доберутся до оружейного склада. Thank you.
Поднеси еще 3 лебедки, чтобы обрушить подъемник. Он ломает лебедки. А теперь вали оттуда вместе с Рико. Много крыс передавили. Достаточно. Теперь уходим. С удовольствием. Самый безопасный. Впереди промышленный район. Пройди через него в порт. Там тебя встретит Рико. Если отвлечь внимание Хелгастов от порта, нашим-то будет намного легче. Вперед! Извини, я. Не самый короткий путь, зато самый безопасный. Впереди промышленный район. Пройди через него в порт. Там тебя встретит Рико. Если отвлечь внимание Хелгастов от порта, нашим там будет намного легче. Вперед! Thank you.
газ на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Ян, здесь патрули. Постарайся пройти незаметно. Сведи мост. По нему можно пройти в порт. Рико, ты как всегда вовремя. Ранняя пташка ловит хелгасского червячка. Я! Получите! Была взрывчатка. Пускай взорвет цистерны. Понял. Я знаю, что витражи хабар в порту. Их можно застать врасплох. Oh!
пушка скоро будет у нас в руках. Спасибо. Хотел бы я встретиться с ним лично. Если он встанет на нашу сторону, мы получим серьезные преимущества. Виктанцы будут ползать у нас в ногах. Да, Кабар, так и будет. Со временем. Дави пулемет! Сержант Рика, штурмовая группа ждет приказаний. Лейтенант, займитесь воротами. Есть, сэр. Чисто. Вы к боту, капитан, а я займусь метраком. Помните, он нужен нам живым. Все будет тип-топ. Воздушной подушки. Для болота самое то. Сначала открой шлюз, а потом бери катер. Управление шлюзом в диспетчерской. Сейчас уточню координаты. Вижу цель. Повторяю. Вижу цель. Ложись, гранату! Thank you.
только что перехватили сообщение. Хелгасты собираются уничтожить свой флагман, чтобы не достался нам. Ты должен спасти этот корабль. На нем могут быть ценные документы. Спокойно, подавление. Не давайте ему высунуться. Пусть поплевает. Могла остаться взрывчатка. Ищи! Вкладывай приборку! Смерть собаке! Знаменитый капитан Темплан. Метрак говорил. Мы приняли сигнал бедствия. Идет откуда-то из болот. Значит, как минимум один человек пережил крушение. Разведка нашла на флагмане много интересного. Оказывается, Метрак знал о секретном совещании в Рейхомене. Потому и напал. Будь осторожен. Хелгасты тоже ищут бот. Должен взорвать эти заграждения. Найди тайник со взрывчаткой. Ноги выверну. Ах!
отправит заряд. Остановите его! Враг ждал тебя. Беги! Получите и разбежите. Это частная драка или мне присоединиться? Что-то тут не так. Почему здесь так много хелгастов? Митрак рванул в болото. Может, это его люди? Не нравится мне это. Ищем бот и уходим. Земляне! Огонь! Место падения к северо-востоку от тебя. Ян, их слишком много. Лучше уходи. Ah!
по одному. Пилот еще там. У него ноги застряли, не выбраться. Остальных увели. Оставили меня. Могу поискать аптечку Хелгасту. Я останусь рядом с ботом. Торопись, Рико. Да, сэр. Что за... Чёрт! Ян, защищай бот до подхода наших. Он возле бота! Ян, мы потеряли связь с Рико. Не можем даже установить, где он. Остаться взрывчатка. Она тебе понадобится. Все спокойно. Сектор 4, все тихо. Как слышно? Они в районе.
Слышу тебя хорошо. Пока ловили твой сигнал, нам удалось поймать сообщение с хелганского аванпоста на болотах. Устанавливаем координаты. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Сэр, вы в порядке? Не торопись, Викданец. Кабар? Полковник Кабар, командующий колониальными силами. Генерал Митрак связывается со мной. Он заключил сделку с кем-то из ваших. Вы никуда не идете, а мы не убиваем заложников. Это ваш последний шанс. Сукин сын! Правильно. Дай мне повод прибить тебя прямо здесь. Генерал Чистоплюй, он не любит крови, а я люблю. А теперь я доставлю генерала Стальсона в надежное место. Ничего, мы еще встретимся, имперская собака. Приближается шагающий танк Кабар. Перехвати его и освободи генерала Стрэнса. Thank you.
установлены координаты аванпоста. Иди на северо-восток. Не дайте ему уйти! Тебе нет. Это не это.
Проклятье! Это не конец. Сдавайся, Кабан. Где остальные пленные? Митрак все знает. Вас снова предали. Говори быстро! У нас оружие. Вам не победить. Бешеных псов убивают. Поединок не для него. Генерал, нужно найти остальных. Хелгасты строили эту базу тайно. Мы нашли ее по сигналам танка Кобара. Сюда привезли ядерное оружие, захваченное в Рейховене. Заметим, не без помощи кого-то из наших. Интересно, кого? Ответ ждет там, вместе с Рико и Эвелин. Нужно найти их до того, как Стрэдсон тут все разнесет. Укрытие! Будь осторожен. Здесь полно хелгастов. Ну и холод! Цель поражена. Ян, в укрытие. Открываются сверху. Туда легко залезть. Только скажи, жди здесь. Thank you.
поняла. Поднимусь и выключу механизм. Прикрой меня. Поняла. Все. Поняла. Поняла. Похоже, здесь нужен пропуск. Ворота рядом. Thank you.
Поняла. Добралась. Спасибо, Люди. Дальше я сам. Чего? Нет смысла рисковать обоим. Просто предупреди, когда подойдут бомбардировщики. Ян, это не дело. Ради всего, что было, исчезни. У меня свои причины искать Рико. Сержант Рико. Похоже, генералу старается наплевать на своих. Я солдат. Если я должен погибнуть, значит так надо. Ваше командование собиралось пожертвовать всей Южной Вектой. Мисс Баттон расскажет нам, как. Война жестокая штука. Но вместе мы можем прекратить страдания. Я рассказала все, что знаю. Извини, я не люблю терять тех, за кого отвечаю. Понимаешь? Ничего личного. А моя помощь тебе тут пригодится. В тюремное крыло пройдешь через служебный вход. Рико и Эвелин там. Удачи. Чтобы открыть эту дверь, достаточно подвести питание. Сейчас. Прикрывай меня, пока я вожусь с дверью. Не вышло. Нужно переключить другую цепь. Секунду. Вторая. Осталась еще одна. Она покрасит электронику. Все готово. Дверь открыта. Вперед! Найди Эвелин и Рико. До встречи на базе. Граната! Мы окружили!
Эвелин, помните меня? Я капитан Тепла. Я выведу вас. Можете идти? Наверное. Надо торопиться. Вы с тем солдатом? Рико, вы видели его? Его повели на аэродром. Скорее туда. Без него я не уйду. Держитесь рядом. Я дала им неправильные пароли. Ракеты не взлетят. Отлично. Теперь вам нужно спрятаться. Какого черта? Кто здесь?
Здесь вы будете в безопасности. Если что, я на связи. Надеюсь, вы найдете своего друга. И спасибо. Пожалуйста, прячьтесь. Капитан, это Эвелин. Я хочу рассказать вам кое-что о базе. На северо-востоке есть посадочная полоса для ботов. Полагаю, Рика увезли туда. И найду его. Ненавидишь меня? Хорошо. Значит, уважаешь. Ты умрешь во славу Хелгана. Встань и умри, собака!
Эвелин? Темплар! Пора уходить, быстро! Что случилось? Где Рико? Некогда объяснять. Сейчас эту базу разнесут клочья. Пристегнитесь, будет вести. Мы перехватили сообщение Хилгастов. Вы узнали, где он? Ага. Но боюсь, тебе это не понравится. Будь осторожен, Темплар. Мы потеряли связь с базой. Так, вижу противника. Оставайся на связи. Что тут у нас? Ничего. Прорвемся. Закрыть ворота! Разберись с противником и найди какой-нибудь транспорт! Вижу противника! Нужна помощь! Thank you.
рацию. Вызывайте подкрепление! В дальней части базы есть аварийный выход. Он ведет в канализацию. Мы должны выяснить, действительно ли там Рико. Если да, то почему? Лезут из канализации! Огонь на поражение! Убейте их! Сбежал в канализацию? Ясно. Черт, Рико, что же ты задумал? Что я должен знать об этом месте, кроме того, что тут воняет? Этим коммуникациям уже много лет. Они изначально задумывались как убежище. Тут даже метро есть. Все это, правда, никогда не использовалось, но... Там есть кто-то живой. Крысы, наверное. Не думаю, Ян. Это не просто недобитый отряд. Полноценная штурмовая группа. Замечен противник. Подкрепление. Темплар, чтобы открыть эту дверь, нужно слить воду через две дренажные системы. Западную и восточную. Проход в метро перекрыт мощной струей воды. Найди пульт и отключи ее. Займись второй системой.
Мы его окружили. Я свяжусь с Министерством обороны. Посмотрим, что там скажут. Рико, к северу от тебя. Там высокий уровень радиации. Капитан? Я сказал стоять! Что за... Хватит, Рико! Не заставляй меня стрелять! Кэп, я понимаю, ты мне не веришь, но меня подставил Стрэдсон. Смотри, оружие из Ириховина. Стрэдсон хотел отдать его Хилгастам. Он говорил, что мы играем против Митрака, а сам сговорился с ним. Генерала Мандрейка убил ты? Черт, нет! Стрэдсон убьет всех наших генералов, захватит власть, а предателем выставит меня. Похоже, так и есть. Черт! Держи.
Покажи, на чьей ты стороне, Рико. Боевая тревога! Внимание всем! Час расплаты. Что? Ты? С возвращением, Рико. Угу. С возвращением в дерьмо. Кто-то привел сюда хилгастов и спрятал их в канализации. Заваливай вперед! Мы должны задержать. Еще не поверим. Thank you.
локализации тоже замечены хилгасты. Похоже, они собираются атаковать все крупные города. Значительные силы хилгастов. Удерживай заграждение. И снова появился смысл. Их оборона прорвана. Удар можно нанести прямо отсюда. Капитан Темплар, вот, держите. Помоги им закончить, Рико. А я пойду за Стрэдсоном. Да, сэр. Эй, Ян, вломи этому уроду как следует, а? Даю слово. Эта война была долгой, очень долгой, но скоро она закончится. Силой оружия мы наведем порядок на всей Векте. Я должен нанести визит генералу Мерфи. Будьте бдительны. Убийца может объявиться в любой момент. Есть, сэр. Мы знаем, как поступать с предателями. Надеюсь на это. К востоку отсюда. Там организован штаб. В последние две недели было убито большинство наших крупных политиков и офицеров. Если погибнет еще и Мерфи, Стрэдсон полностью подчинит себе южную группу войск. Ян, с Мерфи пропала связь. Не нравится мне это. Вот. Люгер нашла подтверждение того, что Адамс и Стрэдсон встречались с Митраком еще до всей этой истории с платформами. Их план был прост. Пока Митрак отвлекал внимание, атакуя внешние города, Стрэдсон готовился нанести удар изнутри.
поезд управляется дистанционно. Чтобы отвести его, тебе нужно найти пульт. Капитан Темплар, пришли за новыми указаниями? Нет, сэр, я пришел арестовать вас за измену. Вы забыли о субординации, капитан. Убить предателя! Эти мостки выглядят хрупкими. Попытайся их разрушить. Прощайте, капитан! Убить предателя! Мне против.
продемонстрировать передовые достижения земной военной науки. С их помощью наши хилгарские друзья быстро наведут порядок на Векте. Сдавайтесь, капитан. У вас нет шансов. Кретины! Я делал это ради Векты. Земляне обречены. Они слабые и трусливые. Я уже слышал это, генерал, от вашего дружка Адамса. Адамс тоже знал правду. Мы хотели сделать Векту великой и сильной. Установить на ней правительство военных, включить в состав Хелганской империи. Уведите его и приготовьте к допросу. Рейховенские бомбы уже на Хелгане. Я нужен вам. Я нужен Векте. Эх, кровь, пот и дерьмо. И опять мы деремся против своих. Он мог носить нашу форму, Рико, но он не был одним из нас. И правильно. У меня нет братьев, кроме братьев по оружию. Что дальше, Ян? Думаешь, хелгасты нападут снова? Они никогда не сдадутся, как, впрочем, и мы. Нужно только помнить, за что мы сражаемся. Думаю, Векта готова начать все сначала. Если нам понадобится отправиться на Хелган, я буду только за. Граждане Хелгана, слушайте своего императора! Мы потеряли Векту, но мы обратили ее в руины, и наши жертвы окупились сторицей. Секретное оружие, переданное нам землянином-предателем, уже доставлено в города Пир и Константин. Главная битва еще впереди! Мы победим во славу Хелгана!